Сиэндэй премиум микс, 20 килограмм, весна. Очень классный, качественный микс, сток по цене секонда. Ну, известный, давно себя зарекомендовавший немецкий бренд. Давайте посмотрим на мешок. Цена всего лишь 12,5 евро за килограмм. Такая вот модная толстовочка. Все новое. Размер 158-164 сантиметра. Такая яркая футболка. Мужская. Такая яркая танковка. Женская. Джинсы. Сорок 32 размер. Такой тонкий свитерок. Элечка. Блузочка. Или туника. Все-таки туника, наверное. XL. Такая вот танковка молодежная. 107-176. Такая блузка. Такое платье. Яркие джинсы. По-моему, фланелевая рубашка. Футболочка. Женская. Толстовочка. Тоже женская. Танковка мужская. Все стильно, молодежно, современно. Естественно, без износа, это все сток, это новое все идет, только без бирок. Где-то есть бирки, где-то их нет. Британский флаг. Танковочка. Яркие зеленые джинсы, футболка женская, джессик, блузка белая, блокхаус, 34 европейский размер. Такая классная куртка молодежная с таким капюшоном. 164 подростковые. Хотя есть 164 сантиметра, не только подростки. Так, это футболка. Тоже яркая. Вот это яркая женская футболочка Нью-Йорк Сити. Оригинальная, наверное, тоже типа прикольно сделано. Не знаю, как это назвать, толстовочка, танковочка. Но это точно не толстовка, что тонко слишком для толстовки. Вот еще одни джинсики. Рубашка мужская. Платье, что ли.
Да, платье. Футболка женская. Это какие-то аксессуары. Брюки классические, мужские, серые. По-моему, из льна. Пиджачок. Такая-то тонкий свитерок. Красивый. Так. Футболка женская. Не футболка, туник. Майки. Такая стильная женская футболка. Так, аксессуары. Такие джинсы мужские. Urban Dist тоже стильно и оригинально сделаны. Так. Рубашка. Тонкий свитерок. Водолазка или тонкий свитерок. Это ну, типа лосины. Типа леггинсы. Такая вот сладкая парочка. Даже не парочка, квартет. У меня все глаза начинают видеть. Так. Платье летнее еще одно. Зеленое. Плавки. Не знаю. Колготки какие-то. Еще одни джинсы, тоже модные, мужские, летние. Ух ты, какая модная, интересная толстовка мужская. Сто семь, 176 рост. Женская футболка, блузка. Так, достанем готовы. Стоять. Так, это у нас танковочка такая. Это у нас джинсовая. Типа рубашка. Женская или мужская, по-моему, женская. Так, это рубашка мужская. Танковочка. Ну, типа леггинсы или домашние штаны, не знаю. Платье еще одно. Кстати, очень много женских платьев в этом лоте. Таких вечерних достаточно. Так, курточка легкая весенняя. Тут кнопки не хватает. Хорошая добротная курточка. Еще одно платье. Что ли? Да. Еще одно платье, тонкий, типа болеро. Так. Секунду.
Так. Красивая женская футболочка. Джинсы. По-моему, мужские. Футболка поло. Мужская. Женская футболочка зеленая. Так, леггинсы. Пиджачок женский. Это на ноги что-то одевается. Не знаю, как называется. Так, это рубашка мужская с коротким рукавом. XXL. Мужские джинсы. А, это не джинсы, это шорты. Джинсы. Такая вот женская футболочка. VIP. Вот еще одно платье. Так, это трусы. Боксерки, наверное. Три пары. Так, это рубашка. Женская. Это водолазка. Поло. Мужское. 3XL. И такие вот штанишки. Так, там еще какой-то аксессуар был. Не знаю, сережки что ли. В общем, вот это весь мешок, 20 килограмм.